Ну, вы же занимаетесь ерундой. Его так не резать с лифта же. А то а как ты поймешь, кто открыл? В смысле не резать? На лифт садитесь. Там дуэром только можно. Он кастится очень медленно. Ты не успеешь, лифт быстрее отъедет. Не-не, ты садись с ним в лифт и катайся с ним, пока не резнешь его. Он плачет встать, по-моему. Суманите к себе, Будда, пишет Даркиса. Зачем мне заниматься херней всякой дисциплины? Ему нечего делать, пусть бежит. Не, Будапешт вообще красиво мочит, подбежал к мобу, который в корнях почти стоит. Бах, так я стоял, ждал, думал, когда кто-то подбежит, блядь, движуха подбежала, и я, блядь, вместе с ними, ну, бум, помер. Доходимся в комнату, речь. Спускайся каналом ниже. То, что он, когда никого бить не может, ты в приоритете ближайшая цель. Ну, дымах пошел, там все дела, ну, Тарак не меняет, блядь. Я ж не сразу, я стоял, чекал, ждал, блядь, когда ж его начнут это бить. Ты видел, вообще-то, да, прикольно было. Ну, это было эпично, да. А ты рассказывал то, что ты на келе стоял на месте, ты и бегал туда, у тебя, блядь, 19 пульсаков было. Ты не стоял на месте. Тебя лагало. На принтах у меня вообще с этого, получается, меня с вихря на вихрь. И в стенку я уперся и стою, стаки набираю. Я думаю, в смысле, что за прикол? И меня потом выкинуло. Я тебя видел на стене. У нас танков как раз. А, по первой, когда первый раз, да, то я стыканул. Ну, рейды сдохл так-то. Ну, танки спят, что я думаю, что они там делают. Им плевать. Я только и Войда вижу. Вы, может, просто на агре дали танка? Может, такая? Так один танк. Должно быть два. А один АФК. Я на печат. Что это? Впрочем, ничего нового. Хули ты не спекнулся, вы сын? Была команда? Он был в тебе, зачем? Я должен следиться, когда он за АФКшит и спекнуться, да? Он написал, что это идет на минуту. А, понятно. Сейчас пробую быстро спекнуться. Давай. А, спекайте, беги. Держу там. Я в танк. Только в хилошмоть. Да нет. Так он меча так протанет, что пока в хилошмоть. Да, да. Сейчас все в хилошмоть, кроме пути. Станы сбивают эту крутюк. Надел танк. Комбо, кстати. Давайте все. Фига, сколько людей сдохло. Блять, выруби микрофон, нахуй. Блять, дай. Ваги, что ли?
Еду вы не ели. Да Синдру под такой трек убивает, мне кажется. Сейчас был рофл в том, что мы с Войдом выбрали одного и того же моба, чтобы набрать акро для... Рофл в том, что я даже не хилил и упал. А вы в танке. Это рофл, нормально. Хилил и упал. Рофл в том, что напульщик дает напул на йоту, на который не танк. Ну, вы занимаетесь. Коронавирус просто. Да. Ну, сначала телеграмму, потом ты отлетел за ней. Телеграм, ты автоатакой. Поэтому я упал. Ты один из первых в рекаунте появился. Это она. Телеграм это она. Ну или она. Ты что, Настю не узнаешь? А телеграм это Настя, да? Не пончик, прием. Ну, да. Руплут. Через комнату надо было поставить. Да я забываю. Охуенно, сел на стул дискон. Нахуй я его покупал. Ты Вага дал ванилю мут? Бля, что с вами не так? Я дал ванилю мут, потому что он очень сильно фанил. Он вот купил. Вот пиши этому япончику. Если ты там отлагал, я сейчас сниму с тебя. Ну, он мне написал сам. Все снял. Да просто у него кто-то по телефону звонил, это вообще было неприятно слушать. Он сказал, он говорил. Я случайно нужно нажал. No. Где танки? А танки ФКшт? А Энджи у вас в сове? Ой, нет, хуйню каждый не пишет, то она притягивается. На в десятке, по-моему, только притягивается. Да я в 25-ке обычно. Ну, недавно, то есть, так, недавно, просто. Смотрите. Бой пока идет. Ну, кто-то сагрил.
Танк? Да нет, какой я видел, как кто-то фаербол закастовал. Значит, маг какой-то. Я не знаю, в чем у вас проблема, блять. Убить одного дракона за Загрис Крот. Вы с мыслями собираетесь, тактику на дракона вспоминаете. Ну там люди лежат, их надо резать, например. Или засумонить кого-то. Не, господи, еще перерыв не, будет, нахуй. Убьем мы дракона, блядь. Перерыва не людей. Будет, перерыв был у нас с ребут. Что до конца арты уже перерыв не будет никаких. Так смотрим. Перерыв у нас уже традиция должна быть, нет? Ребут был. Соответственно, был перерыв. Я думаю, хватит. Так между инстами был перерыв. И ребут еще. Как же покурить? Надо меньше курить. Вот как Йотан в туалете. Помогаем твоему здоровью. Ты в туалет еще дойти надо, как бы, блять. Не? Или он в туалете играет? Кури за колпом, блять, ему. Да, я заставлю тебя там, не въехал. Ты в туалете там, Йотан, сидишь? Нет, это кури, скажи. Тебе просто ехать с микрофона идет, как будто в туалете сидишь. А я не знаю, Том. Так, я в ком. Ты хил. Чипсы, шестой хил. Ой, ты Андонидос. Сапрот, да, можно. Да, берем сапроты. Ой, а поставьте дживса, пожалуйста. Вот кто может, сейчас свечки кончатся. Там, если Андонидос не купил фрош, толку от этого не особо много. Чтобы вы понимали, сигареты — это мужские таблетки. Наш мод просто... Еще какую хуйню нам скажешь? Потенции. Полезные, да? Витамины для здоровья. Что за шмотом на фрост полетел? Куда ты полетел? А раньше ты не знал? Сейчас буквально. А если честно, при этом рейде то ли бухать начнешь, что ли, лучше курить. Вот у тебя в банке? Да. На сумке лежит. Так, все, мне этих свечек дашь. Что? Сумонти Антонидоса? Что хоть в прыжки нельзя сесть, а то бы я вообще охуел. Кир, смотри, смотри. Сидишь такой. Рыбку кушайте. В портал тыкните. Приступ баф. Лапу обновлять. Чек на пул. Сапроты выпили на маунт, все ли все? Ауру льда вместо молотка поставь. Погнали, погнали, погнали. Ай. Балкон, побежали. Yeah.
протяжка сейчас будет. Близко подбежал Эскандар, получил двойной урон от глыбы. Сопрот у него есть? Слева. Да, есть. Есть. Странно. Че не странно, близко подбежался. Он между двух стоит. Вот Ваниэль первая, как бомба. А чё, как дела у вас, блядь? Нормально глыбу разбили? Тогда ДТшника вопросы. У тебя рядом глыба была на хвате, Данил. Ой, автомат нет. Данил, да, поднимаю его. Тебе поднимаю. Никто не будет давать КПЗ. Быстрее отбегайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Видите, Супершенко. А дальше друг от дружки разбегитесь с ним. Умрите еще раз. Хрена себе, в рейнджу взяли. Ровно по центру падать. Быстрее разбегитесь. Ой, не успеют, не успеют. Справа. Я думал, что сейчас пизда нам. Опять справа. Слева. Разбейте дальние и левые. Что происходит? РТДшки. Просто глыба подразумевает. Скоро притяжка, ребят. Переводите на вторую фазу. РДД, да, подальше стойте. Все, вторая фаза пошла, первую метку влево. Это у нас Штормсингер вышел. Все пойдете сейчас за ним. Абсолютно все. Бежали. Сбрасываем стаки. Не бахать, я сопротивлю. Распевайте. Меняло. Быстрее. Спрятались все сейчас за центром. Притяжка. Дальше, подальше, подальше. Ёпара. Медведь. Не флуди. Маскет вышел. Ты, мелики, блядь, побежали сбрасывать. Таунт нажмешь или что? Захил, захил, захил. Левел пакс в центр. Там сейчас Мишка сдохнет. Охиливайте.
Следующая метка, которая будет в центре, она будет под притяжкой. Пошли прятаться. Следующую метку вообще никто не трогает. Простите, босса, пока что. Все, все отошли от Йотуна. Все отошли от... Никто не бьет. Выбегай оттуда. Разбивайте быстрее. Разбивайте, чё вы стоите? Метка, метка. Пошли. Да все, может, босса уже нет. На 4 миллионах можете выносить метки как вам угодно, Редвар. Вноси метку куда хочешь. О, ни одного человека не подставляй. На этого забейте хуй, просто добивайте босса. Все, метку сейчас разбейте, человек. Все. Ебать, с первого раза убили, блядь. Достижение. Блядь, а на принцах вайп. Мы чуть на кораблях не вайпнулись, меня это больше напрягло. Ну, я не удивлен, как бы, поэтому. Идем на профа, время еще есть. Спасибо, спасибо. Сейчас время будет. Давайте так же профа с первого раза, я верю в вас. А кто-то убил-то? Эйпсен. Там сколько у них я брал, блядь, миллион? Два стака. Информация смерти же написана. Пиздец у чувака вар, который выносил, пиздец, вы его на фул не могли прохилить. Почему ванильку разбили? Не вовремя. Ну, че, стопнуть по глыбе не можете? Там у глыбы 500 000 П. Япончик, япончик. Дай этого. Ее доты даже рали. Что? Ага, все. Как вот эту хуйню делать? Лог зашел, поставил портал, зашел, телепортнулся. Что ждем? Сейчас вот люди просто это... будут охуевать, которые далеко находятся. Вот это соло квест. Вага, не тпшься пока что к нам. У нас тут вот эти... Самолет, ёбарх, это... Где баран это тупой, ёбарх, так долго. Где этот квест, говоришь, Кирс делает? Андонидас, в чем была проблема? Ты подошел очень близко под глыбу. Внимательно. Да, это невнимательно. Смотри, в Долоран приходишь к Ронни, но у него там надпись есть. Вот. Туда ты пешишься, там типа как мини-целка. Че там, трэш типа бить, да? Там... Мини-боссиков. Там три мини-босса. Они не сложные. Даешь Starfall, трэш умирает. Вы можете бой прекратить, целка? Что происходит? Все, у нас комната закончилась. Я понял. Так мы еще лича можем успеть? Что, после этого квеста осколки, да? Да. Нет, там самый сложный квест в Долоране. Склепай то, склепай это. Ну, за сову, я думаю, там не проблема. Там вообще, по-моему, кто-то говорил, что... Поставьте шкаф, присуманьте людей. Рыбка стоит, бафайтесь. Даешь парафон, даешь дубовую, даешь... Весь трэш умирает. У тебя не такая, наверное, заряженная сова. Ну, типа на ШП это проходилось, изи.
Там любой класс, у которого есть ОУЕшка нормальная, с хилками, вообще не проблема. Можно же и мишкой, типа. Можешь мишкой, можешь там хоть в коте быть. А мог видят инвиста, нет? Оба не видят инвиста, нахуй тебе бить трэш. Там шкаф стоит, да? Будет в обоме, Данидас, на бот и сэспа. Стоит шкаф, сейчас присумоним. Манул только что. Дарки, СС дашь по телеграм. Норси, СС твой будет по танку. В смысле, диван? Диван, да, диван. Чек на баф на пол. Лапа приставал. Сейчас там. Чипсы, Антонис, готовы, нет? Захожу. Давайте, ребятишки, с первого пула. Все готовы? Кунду. А теперь... Болеван. Болеван. А он за мной зацепился и вообще это... А, смотри. Писал что-то про АФК, нет? Он, да, писал что-то. Биофаст там написал. Походу... Если он за тобой зацепился, значит из лужи выйдет. По отчёту. Всё нормально. Идеальная подстава Болеван. Где Обама? Влево отошли. Убили флот. Так. Бейте еще, босс. Стопнули. Все. Мага просто. Это у нас сейчас разные метки с ним будут. Ладно, совпадает. Быстрее, быстрее, быстрее. Прохильте фарады, ёбаный в рот. Каст, каст. Бегай, телеграм. Луцинь поднимешь Энджи, Энджи поднимет Фарада. Штормсингер поднимешь Фисиал. Я бегу от красного. Фисиал, понял. Повезло. Далок сам встанешь. Какого хуя? Допеш. Бегите, бегите. Я там закончилось. Ой, блядь. Б, распределяйте шустрее. Фисиал поднял. Красного добили и бежал. Энджи поднимал. Под боссом старым. Войд, подними япончик. Ага. Войд сколько? Красно. А, все. Красный выходит. Вышел красный.
Фростгорн. Фростгорн. Я все вижу. Все нормально. Блин, я тебя в который раз напоминаю, мы его танчим около стола, а не около ебаной. Что там есть? Вот мне не сказали, я его здесь танчу. Что, БР есть, нету у кого? Иди к столу. А что нету? Вот он, да. Луцин, Шторм, есть БР? Я отдал БР. Все отдали, зеленый вышел. Сбежались по зеленому. Пельмени выбежали. Да, Лок, ты встать можешь, нет? Писал, что вставал. Дайте каску. Непредсказуемый эксперимент сейчас. Красный выходит. Нету пристабафа. Нету пристабафа, я мертвый. Раз. Пельмени. Сейчас зеленый будет выходить. Зеленый вышел. Приказ. Пельмени. Падаем. Может, я лучше потанчу? Не спалите, кукла. Ксюша. Ну и первое, не сказали, где его держать. Под столом или под полом. Я его привычно... Уже которая КД ходишь, тебе каждый раз говорят, держи. Забываю это. У меня привычка вот под это, под зеленое держать. На перифазу только ты приводишь, блядь, туда, где ты держал. А все остальное время у стола находится. Умирайте. Рабами сидел. Войд. Войд. Шустрее бафы обновляем. По углам порезать. Будапешт, почему твоя метка зеленая, а ты стоишь в красной метке? Там закончились метки. Мне били красного, он начал вставать и побежал. И я еще красный только-только он умер, и я не смог даже харю свою развернуть, а меня уже кинулся. Там просто уже прошел фазу, метки спали. Чек на пул. Потому что я еще бегу до вас. Так, может, за суманим? Я уже рядом с вами. Багрух вот не тяготит карман, видимо. Медленно бежит. Может, дать япончику СС? Не надо мне СС. Ты единственный прист. Не надо мне СС. Дарки, сколько КД на СС? Забафайте меня, пожалуйста. Я дам на друзей по фазе. Да-да-да, ладно, все. Все, сейчас можно за регени. Так, Вага, кто сейчас на... Кто сейчас... Ты пушки сидит? Поет в обоме, ты на боссе. Наоборот. У меня в обоме... Все, готов. Танкуй босса. Которые уничтожат весь Азерот.
Лево. Где это лужи зеленые, блин, под боссом? Стоп, а босс. Веди его на перефазу. По чуть-чуть. Зелено, да? Кирса, блин, ты. Дальше, иди его на перефазу. Не хочу. Все под босса бежим. 1%. Вся пометка. Может получиться что-то любопытное. Прям в стеночку упритесь. Прохил. Прохил. Че, ким на хп дать, что ли? Ну где лужа шамановского? Дайте лужу шамановского, спасибо. Все. Пельмени летят. Красным ходит. Красный вышел. Разгорн. Всем в кучу встать. Пяти красных посильнее. Пельмени. Все, в кучу сбежались быстро, че вы? Все подбежали к ним. Красный вышел. Аккуратнее. Свечнули с него РДД. Благо, пельмени. Куча по заражению. По зеленой. Сбежались по зеленой. Лучше другую дайте. Пельмени аккуратнее. Дышать. Прохил хилов. Через 30 секунд будут БР. Как раз 3 штуки. Пельмени аккуратнее. Смотрим за перифазой. Минус 2 хила. Видим, красный дожди. Выходит. Стопните по боссу. Штормсингер, у тебя ближайший, поднимешь телеграммой. Уже даже пан убежал. Переходка на 35, если что. Луцинь, ты поднимешь далок. Пельмени. Босса не бьем. ПРы там раздавайте. НЖ, пока придержи ПР. После слизни переводим. В меня сбежались все. Передвинулись.
никто не учится, блядь. Все, продали, его нахер вот. Забыли. Переводим быстрее. Его нужно и менее аккуратнее. Так, разбежались, вот. Шустрее. Может получиться что-то любопытное. Ладлас. Быстрее сбегайте сюда. А, это все, уж падаем. Да ты забейте, в смысле, мы перешли на третью фазу, в профу, здесь стола стоит, это серьезно? Извините. Шаманы, да лужу свою поставьте, вот как раз там, в зеленой зоне. В смысле, это серьезно, мы переходим на третью фазу, профу, стола стоит. Да, это пиздец. Че ты хочешь слышать? Значит, дословно, оставляем два босса и РСХМ на завтра. Сейчас я еще начислю ГП парочки, ребят. Данидос, у тебя вообще нет представления, где он должен быть в определенный момент? Ты как слышишь слово, блядь, перифаза, блядь, ведешь его, блядь, сюда, к меткам ближе, все. На сегодня все, все свободно. Пей его, Ваня. Можно тебе... Ниже немного хочу поинтересоваться. Вот как вы точно водите? Когда переходка, ты должен стоять уже как раз таки зеленый. Привыкаешься, да? Быстрее, быстрее, поживи 14 секунд. Там ничего сложного. Ты сначала держишь просто возле стола. Когда у тебя переходка, люди сбегаются по меткам, блядь, ты просто водишь туда. Понимаешь? И все, блядь. А остальное время ты держишь все возле стола, блядь. Возле стола. Дохнуть два раза прям под рекастом зеленого, причем после первой смерти, ну, вообще никакой смысл не возникло. Наверное, не надо будет под ним стоять. Ну, не знаю, у меня вот привычка, говорю, вот вводи его держать, а вот под зеленый. Да не надо ничего говорить. Зеленый я вот нормально вот водил там вот сколько раз. Три видео там уводят на канале старые, убийства, блядь, и все. Посмотрю, поймешь. Все, ЕП начислили. Да всех босс удал.